Случилось так, что вот этот образец барских ям пришлось мочить щавелевой кислоте. И вот после этого, когда он осветлился, стали заметны некоторые оранжевато-красноватые следы. Возможно, это крокоид. Но если он есть снаружи, почему он не может быть внутри, в животках? Вот видно, наверное. Жаль, аппарат тут не работает. Ну, вот я пальцем покажу. Вот здесь вот точечка. Здесь. Вот здесь вот. Так, резкости да нет. Вот здесь, да, вот. Вот она. Вот. Поэтому интересно, а что же все же может быть. Ну, есть желание поэкспериментировать. Инструмента нет подходящего. Дома, кроме как на кухне, попробуем что-нибудь сделать. У-у-у. Что ты вертишься, как шар в сковородке? Так, вот тут, наверное. Так, ничего здесь не видно хорошего. Вот туда бы забраться. Так, неудобно. Выключимся.